утро, страна. На самом деле я об этом во всем уже подумала. И мало того, скажу больше, я уже все это на себе даже и опробовала. Учитывая, что я человек достаточно творческий и ко всему еще своеобразный творческий подход, сегодня я решила предложить вам тоже поэкспериментировать и какие-то, возможно, интересные идеи взять для себя и использовать их в жизни. Вот смотрите, первая моя такая замечательная идея – это создание коврика для детей, на котором они смогут играть в машинки. Я уверена, что у каждого мальчишки дома просто невероятная коллекция разных автомобилей. Если у вас сын, конечно, увлекается так же сильно, как и мой, автомобилями, дорогами, знаками, всем, что с этим связано, правилам дорожного движения, то это замечательная идея для вас, потому что, во-первых, коврик очень мягкий, на нем понятное расположение всех вот этих дорожек, пешеходных переходов. Можно играть всей большой семьей, но самый главный момент – это то, что потом не нужно по всей квартире собирать игрушки, а достаточно просто этот маленький коврик с игрушками собрать в мешок. Смотрите, как просто. Он завязывается вот таким образом и складывается в шкаф. Представляете, и ребенок сам даже справится с такой легкой задачей. Правда, очень удобно, очень здорово, яркое место в квартире сэкономит. Еще один интересный вариант – это для автолюбителей. Я думаю, что у каждого человека, у которого есть машина, в гараже где-то хранятся шины, которые использовали, но вот выбросить почему-то не успели. Так вот, им тоже можно найти применение. Мало того, что из шин сейчас делают различные клумбы, дачники-любители, я предлагаю сделать для детей вот такие замечательные качели. Если у вас дом позволяет хранить вот такой вот предмет, интерьер замечательный, на котором можно покататься, это здорово. Если нет, то опять-таки для дачи, для улицы, тем более, что тут надо? Ничего не надо. Баллончик, наверное, чтобы разукрасить красиво, кусочек доски, ручки, в общем, вся ваша фантазия, и вполне вы можете, наверное, даже своего собственного ребенка приобщить к этому замечательному событию. Но мне кажется, что это очень хорошая идея. Тем более, что если вот свой творческий подход какой-то вот привнести в это все, можно сделать очень стильно все это. Даже участок будет украшен наш с вами. Еще один интересный лайфхак, даже не знаю, наверное, просто опять-таки идея, это пуфик. Вот, честное слово, я вам даю свое, что на даче у меня стоят ровно два таких, я не поленилась, сотворила их из пластиковых бутылок, вот личный вопрос. Смотрите, вам для этого нужны просто пластиковые бутылки одного размера, например, по 2 литра, да, синтепон или ватин. И ткань для обивки, ну и картон, конечно же, чтобы верх и низ вот красивенько оформить в этом пуфике. Делается все очень быстро, очень просто. Самое главное, выдерживает вес даже достаточно такого взрослого большого человека. Очень удобно, можно как угодно его оформлять, можно из разных лоскутков ткани делать вот такой стильный предмет вашего интерьера. В общем, подумайте об этом и поверьте, что вы не пожалеете, вот, ну, ни на грамм. Это я вас точно уверяю в этом. Еще один интересный лайфхак, но это уже точно лайфхак, хранение нашей с вами обуви, летней, в частности, балеток. Смотрите, как удобно. Просто обрезать пластиковую бутылку, чтобы они не были разбросаны по всему шкафу, чтобы они не лежали в огромных, занимающих мест коробках или целлофановых пакетах. Просто-напросто вот наши балеточки, да, или шлепанцы, как угодно, можно складывать вот в такие пластиковые. Все видно, все понятно. Ну и, собственно, сдекорировать их по вашему усмотрению. Для вашего интерьера вы тоже можете самостоятельно. Еще один интересный лайфхак – это хранение карандашей для ваших малышей. Но в данном случае я предлагаю не просто пластиковую бутылку взять, использовать, а, ну, достаточно большую, не знаю, наверное, это ополаскиватель, это такую плотную, чтобы она была с ручкой, чтобы можно было потом вот так красиво все это размещать вдоль, к примеру, детского стола, да, за которым он занимается рисованием, или просто где-нибудь на стеночке. Смотрите, как красиво. Во-первых, все очень аккуратно выглядит, разложено как по полочкам. Во-вторых, ребенок самостоятельно может складывать одни цвета в одну, да, такую бутылку, другие цвета в другую. Это тоже такое интересное для него будет занятие, мы можем приучать его к порядку своеобразному. И еще один классный лайфхак – это тарелка для вкусности. Вот смотрите, нет под рукой, например, у нас где-нибудь тарелки, да, но для этого достаточно опять-таки взять вот эту самую бутылку пластиковую, которых у нас, я уверена, с вами много, отрезать дно и по своему вкусу просто-напросто украсить бисером, ленточками, да как угодно, как ваша фантазия позволяет. Смотрите, как красиво все это выглядит. Мини-пиала, да, для фруктов, для орешков, может быть, еще для каких-то моментов, для соусов, в конце концов. Ну, почему нет? Очень даже удобно. Кроме того, вы же можете сделать все это по своему собственному вкусу. Ну, конечно, вот такая, может быть, это какая-то походная будет посуда, она вам не раз еще сгодится, я больше чем уверена. И последний интересный лайфхак тоже из этой же оперы. Будем делать из бутылки под
подставку. Только теперь это у нас будет подставка для косметики, для кисточек, для дисков ватных, для всего прочего. Причем тоже можно все это сделать очень стильно, очень красиво, разукрасить, проявить фантазию. И смотрите, это будет выглядеть очень ярко, насыщенно, поднимать наше настроение утром на нашем вот девичьем столе, в нашем девичьем уголке, скажем так. Друзья, не ленитесь. Смотрите, вот все прекрасно находится рядом с нами. Достаточно просто открыть глаза и попробовать. Давайте волю нашей фантазии, улыбайтесь, радуйтесь каждому дню и будьте всегда с нами на одной веселой волне. Спасибо, хорошего утра!